Поезд Иваново-Юрьев-Польский снова будет отправляться от Ивановского железнодорожного вокзала. Напомним, что с января посадка производилась на станции Текстильной, что создавало серьезное неудобство для пассажиров. Транспортная прокуратура потребовала от Северной пригородной пассажирской компании восстановить маршрут. Итак, со 2 марта утром в 4:42 поезд вновь будет отправляться со станции Иваново. Сюда же он будет прибывать каждый вечер в 21:10.